В Беларуси продолжается предвыборная кампания. Претенденты на депутатский мандат встречаются с населением, знакомят избирателей со своими программами на страницах газет, в эфире радио и телевидения. До 31 октября ежедневно по будням с 19 до 20 часов их выступления будут транслироваться в эфире телеканала «Беларусь-3». Выступления в эфире радио «Гомель-ФМ» запланированы с 28 октября по 6 ноября. А что сегодня думают о потенциальных кандидатах сами избиратели? Какими качествами должен обладать претендент на депутатский мандат? Эти вопросы мои коллеги задали гомельчанам. Чтобы умело общаться с людьми, и самое главное, контакт найти с человеком, если он обращается с просьбой. У него уже есть какая-то проблема или там беда, не дай бог. Зачастую приходишь к чиновнику и поучиться бы тебе, как с людьми общаться, разговаривать. И доброе слово иногда лечит. Но это одно из качеств. Конечно, профессионализм. Человек должен знать не только свою сферу, откуда он пришел, в депутаты, а ну и общую тему. Порядочный, ну каким, честным. Партийная принадлежность имеет значение? Ответственным, да. Партийной принадлежности, ну, как по мне, так нет. Надо, чтобы он был, так скажем, человек и людей защищал, и государственные интересы учитывал. Потому что многие думают, что личные вопросы надо решать. Нет, надо решать государственные вопросы. В первую очередь, любить людей, любить свою страну, свой город, заботиться о том, что, где мы живем, в каких условиях мы живем, заботиться о будущем, о детях, думать о том, что мы оставим нашим детям в будущем. Во-первых, справедливость, во-вторых, ответственность. Он должен быть ответственным. Если он берет на себя какие-то обязательства, то он должен их выполнять. Ну, умный. И он должен соответствовать, знания его должны соответствовать тому уровню, который он будет занимать.